Тысячи проектов одаренных ребят. Всероссийский конкурс «Большая перемена» в прошлом году дал школьникам возможность проявить свои таланты. Причем его популярность с тех пор заметно возросла. На предыдущий заявились 7 тысяч участников со всей области. На этот раз уже 12 тысяч претендентов. А регистрировать их будут до конца весны. Такой рост связывают еще и с тем, что к старшеклассникам присоединились ученики 5-8 классов и студенты среднеспециальных заведений. Затем начнутся для ребят различные конкурсные задания. Ребята будут решать кейсы, проходить различные тестирования. И уже затем их будут оценивать конкурсные жюри. И лучшие ребята у нас попадают на финал. У нас в том году хороший показатель. 11 ребят у нас финалисты. Первый конкурс проходил по 9 направлениям, среди которых наука и техника, искусство, журналистика, волонтерство и другие. Теперь к ним добавятся еще 3. Работать над своими проектами ребята будут вместе с преподавателями-кураторами. У нас есть официальная группа ВКонтакте, где мы рассказываем о конкурсе. На прошлой неделе мы рассказывали ребятам о каждом вызове, который планируется в этом году. Также на следующей неделе наша область была выбрана организаторами как для недели самоуправления. Мы будем делать одну активность в официальной группе. Это решение ребусов. Стартовал всероссийский конкурс с 3-дневным образовательным онлайн-марафоном. Для младшей возрастной категории он завершится в июле в Артеке. А вот среди старшеклассников итоги подведут только в ноябре, также в Крыму.